Частичка ее присутствует в каждом из нас, независимо от национальности. Это широта, это загадочность, необыкновенная духовность и внутренняя сила, которая может преодолеть все. А песни о России и русских людях близки и понятны всем нам, ведь они все про нас. Дорогие друзья, для вас поют Дмитрий Стоянов и Екатерина Кучерявая. Что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, силы немерено, дайте коням мне да добрый меч. Россию пойдем, да погоним ворога, Русь молодая, сердцу дорога. Да не пристало нам сидеть по хатам, дайте коням мне да добрый меч. Было это, братцы, давным-давно, черные силы пошли войной, а мы не знали, не ожидали, жили, любили, детей рожали. Их 40 000 сороков, Русь не видала таких врагов, а мы не знали, не ожидали, жили, любили, детей рожали. И полыхнули терема до хаты, мамы плачут, а малые ребята, а мужики все брат за брата, вышли за родину воевать. Хоть что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, силы немерено, дайте коня мне да добрый меч. Красью пойдем да погоним ворога, Русь молодая, сердцу дорога. Да не пристало нам сидеть по хатам, дайте коня мне да добрый меч. Как в наш дом пришла беда, началась жаркая сеча тогда, а мы не знали, не ожидали, жили, любили, детей рожали. Ой, да неужто русская рать не постоит за родину мать? Били, рубили, ворога топили и победили черную рать. И засияло небо голубое, полная чаша мира да покоя, а кто пожалует нам с войною? Дайте коня мне да добрый меч. Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, силы немерено, дайте коня мне да добрый меч. Ратью пойдем да погоним ворога, Русь молодая, сердцу дорога. Да не пристало нам сидеть по хатам, дайте коня мне да добрый меч. Сияло небо голубое, полная чаша мира да покоя, а кто пожалует к нам с войною? Дайте коня мне да добрый меч. Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, силы немерено, дайте коня мне да добрый меч. Ратью пойдем да погоним ворога, Русь молодая, сердцу дорога. Да не пристало нам сидеть по хатам, дайте коня мне да добрый меч. Огненная феерия, подготовленная и воплощена народным коллективом ОМРАМ Дворца культуры имени Павла Ткаченко, город Бендеры. Дорогие друзья, единые по духу, вере и культурным кодам. Поздравляем всех с 220-летием полкового праздника 55-го пехотного Подольского полка.
Слава русскому оружию! Слава русскому солдату! Уважаемые бендерчане и гости города, график движения троллейбусов и маршрутных такси продлевается в связи с проведением праздника. По окончанию мероприятия по улице Панина у памятника русской славы вас ожидает троллейбус номер 19 и два маршрутных такси номер 20. Также в это же время на остановках по улице Панина АЗС у памятника русской славы и у поста ГАИ вас ожидают троллейбусы и маршрутные такси, а также у главных ворот крепости.